Снова всем привет! Вы на канале Чимичу. Сегодня я буду строить в Майнкрафте вот этому человечку домик. Да-да. Это, ну, давайте как из земельки там уже посмотрим. Сразу вот так вот не будем. Да, я знаю, он странный, но мне такой, в принципе, нравится. Да, у меня 22%, но нормально. Так, я уже создал свой мир. Ну-ка. Да, будем этому человечку строить домик. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мне нормально слышно? Блин, почему я не провел тесты со звуком? Так, давайте. Такой вот у нас... пирожочек, ладно, какой пирожочек? Чё я за дурак? Тра-та-та-та-там. Давайте броню мы сделаем золотую. Так. И так. Также есть такой щит. Ща, где он? Ща найду, подождите. Где этот щит? Вот этот щит. Я его вот так вот ставлю, и у меня вот такой вот щит. Не знаю я, правда, для чего это чит, но я с ним не играю. Так, давайте сразу возьмем блоков, естественно, как же без них. Так, угу. Так, где блоки? Логично. Так, 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 так. Ладно. Так. Да. Ой. Это не то. Так. Еще у нас здесь я видел такую вещь. Где эта вещь? Так. О, вот. Жемчуг края. Блин, я это искал. Ну ладно, так давайте. Сейчас я сфоткаю вот так вот. Хоп. Все. И сохранить. Так, и где сохранить? Вот сохранить. Так, все. Где там, где там, где там, где там? Что я вообще искал? Так, ну ладно. Я думаю, что это за звук? Так, давайте вот так вот. Смотрите, если вы не знаете, что делает этот жемчуг края, он делает вот так вот. Кидаете, то есть. И вы перемещаетесь. То есть, видите? Так, давайте сейчас еще я забыл взять самое главное. Это, естественно, меч. Так, возьмем вот такой вот меч. Так, ну и лук мы тоже, естественно, возьмем. Так. Так вот, я очень люблю лук. Эти слизняки ничего не делают. Вот что они делают? А, у меня все равно бесконечная жизнь. Овечка, что у тебя? Или как-то свинья. Ладно, извини. Блин. Блин, согласитесь, на компе лучше играть. Ну чё ты? О, нифига большой он. Так, всё, ладно. Этот житель. Ну не житель, а... человечек. Да чё? Короче, этот человечек хочет все-таки домика, так что мы будем ему строить, естественно, домик. Так, переместимся мы куда-нибудь. Ну, пусть вот туда. Вон туда.
Все, в принципе, здесь чисто. Что, давайте лук испытаем. Ну, ладно, проще вот так вот сделать. Все, тебе конец. Да. Все, давайте, все. Перемещаемся мы. Очень далеко. Так. Ты еще кто? Чего ты за существо? I'm sorry. Так, ладно, все, давайте не будем баловаться. Естественно. Блин, а давайте, знаете, из чего сделаем ему домик? Так, давайте мы сделаем домик из... Где у меня это? Не поняла, где это у меня? Ну, где же это? Блин, реально, где это? Это что? Так, ладно. Все. Где это? Я не понял. Что за сундук? Так. Блин. Реально, где это? Ладно. Ну, давайте. Все, давайте. Так. Так, блин, давайте лучше. Так, а вы что здесь устроились? Да, блин, эта фигня мне мешает. Так, давайте. Чихтер. А. Возьмем лопатку. Угу. И вот сюда вот. Все. Теперь есть чем колоть. Нет! Какой выкинуть? Так, все. Давайте все-таки уже делать. Давайте земельки лучше. Блин, на компе лучше играть. Я это уже говорил. Если не говорил, говорю. Так, ну мне кажется, ширины хватает. Ладно, я когда дострою вот это вот, я продолжу запись. Так, ну вот мы, в принципе, построили. Сейчас, подождите. Так, вот я кое-что сделал. А мы уже продолжаем. Так. Угу. Давайте делать второй ряд. Думаю, легче это все будет делать. Я думаю, легче это дело все будет в полете. Если вы не знаете, как... летать на телефоне в Майнкрафте, то тогда просто нажмите два раза на прыжок, и тогда вы полетите. Так, ну пока что, в принципе, нормально получается даже. В принципе, пока что нормально. Так, я забыл самое главное, это стекла. Где у меня стекла? А где у меня стекла? Вот именно, где у меня стекла? Блин. Реально. Ладно, продолжу, как найду. Вот я нашел это стекло. Блин, уже ночь. Ладно. А, ну ладно, они же мне не навредят. У меня же бесконечные жизни. Да вы издеваетесь. Так, все, давайте начнем отсюда.
Блин, самое главное, что здесь нету криперов. Вот это самое главное. Блин, главное, чтобы была память. Память! Главное, чтобы была. Так. Ой, прижали меня. No! Меня прижали, нет. Так, ну давайте. Сейчас, блин. Фух, теперь мне надо дверь отыскать. Я сразу ее нашел. Так, давайте. Кто-то там делает или говорит там, не знаю, как правильно это говорить, короче, кто-то там делает такой звук. Мяу. Вот кто делает это мяу. Все, овечка, ты отсюда не выйдешь. Она умеет открывать дверь? Все, теперь выходи. Мне пока что не мешать. Я занят. Господи, хватит мекать. Хочет делать. Вот именно. Блин, там крипер. Ладно, все, не будем обращать на него внимание. Опа-на! Это было сейчас опасно. Так. С каких пор я начал делать стекла именно из двух блоков? Почему нельзя из трех блоков? Давайте сейчас попробуем из трех блоков. Что вообще получится красиво? Ну, не знаю, не знаю, не надо. Как по мне, уже не надо. Так, подземных, наверное, путей уже не будем строить. Блин, так. Давайте сейчас быстренько сделаем внутренности. Так, что я делаю? Так, блин, уже 13 минут. Как быстро время идет. Так, кроватка. И... Да. Ну, угу. Ха. Ну, мне сердце говорит поставить эту кровать сюда. Так, давайте еще знаете, что сделаем? Так, это сундук ловушка. Так, ладно, вот. Нафига мне двери, если я уже поставил двери. Ну, что-то логичное есть. Такие вот три сундука. Ладно, ладно. Так, теперь что мне туда пихнуть? Пусть там ничего не будет. Так, давайте посадим дерево. Как садить дерево? Дуб есть? Где дуб? Ну, дерево. Ну, пусть будет так. Так, нам, естественно, надо будет отлететь. Что, такие деревья? Блин, там еще и зомбак. Скелет ходит. Так, ну... Все. Ну ладно, ладно. О! А можно так написать Тимичу.
Да? Так, все. Давайте уж. Побыстрее, а то памяти не хватит, и я не запишу свое видео. Мы строим этому человечку домик. Ну, в принципе, обычное дерево. Кажется, вот здесь вот еще не хватает. Блин, что-то... А, ну... Блин, там было хватало, но ладно, о чем мы ленимся-то? Почему мы не... Вот теперь нормально, наверное. Блин, какого фига ты? Как деревья делаются в Майнкрафте? Пишите в комментах. Я сделаю вот так вот. Просто вот так вот буду. Все. Нормальное дерево получилось, наверное. Да. Че, у меня тоже есть лук. Не представляешь. Ладно, просто. Так было полегче. Так, ладно, все. Что еще может быть дома? Ну вот что реально? Не-не-не-не, даже не думайте. Так, ну почему бы не сделать бассейн? Да, тупая идея, но почему бы и нет? Но! Почему бы и... Опа, на, я понял, мне кажется, что мне надо сделать. Крышу, ладно, я пошутил. Еще надо вот так вот сделать. Как это сделать еще? Блин, на компе реально удобнее играть. Но на телефоне тоже. Но на телефоне тоже нормас. Паука не убить, сестра, не смотри это видео. Нет, ну она реально боится пауков. Что поделать? Попаду? Да! Фига я меткий. Ну-ка, в этого попаду? Я понял, теперь почему мне так время тратится? Так, что я хотел сделать вообще? А, ну да, логично, что-то хотел... Ладно, нет, ну реально, что я хотел сделать? А, ну да, точно. Для этого нам надо... О, а есть стекла? Где стекла, бро? Так, где мои стекла? Господи, кто там такой? Так, 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 так. Где мои стеклышко? А. Чё? А, ну вот они. Так, стекло вместо этого. Он утром. А, нет. А, ну, а, ну. Ладно. Надо всё-таки не середину начинать. Так, 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 так. Так. Блин. Построить бесконечно, реально. Нет, вот построил. Такой купол будет. Хотя нет, это будет дом для этого персона. Так, чего-то не хватает, согласитесь. Чего не... Блин. Ладно, я земельку не убрал.
Блин, реально, какой-то дом нуба, хотя нет, дом нуба будет, конечно же, побольше, ой, поменьше. Так, что я хотел взять? Что я хотел взять вначале? Нет, реально, что я хотел взять? Ну да, точно. Блин! Какого фига я это не мог найти? Так, золото такое, такое. Ну, в принципе, все. Так, давайте. Так, что я сделал? Вот так вот. Украсим свой домик. Ну и красный тоже. Мне красные нравятся. Нравится побольше, чем красная. Или как-то. Ой, красная нравится больше, чем красная. Нет, красная нравится больше, чем золотая. Ну, да, попал. Так. Ран. Фу. Ладно. Пофигу. Так, что мне еще надо сделать? Так, все. Как теперь надо проверить, так, где у меня вход? А вот у меня вход. Средний, но нормально. Так. Ну, в принципе, я же бассейн хотел. О! Давайте бассейн. Бассейн. Поставим. Ну, давайте где-нибудь. Ну, пожалуй. Что? Лавовый монстр. А, это зомби. Господи. Ну и тебе паучок тоже. Можно ударить. Ты же не хороший. Так, все, давайте здесь сделаем такой бассейн. Ну да, маленький, в кавычках, блин. Это уже дом я строю. Ну да, давайте вон до туда. Да, ну, в принципе, такой бассейн. Почему бы и нет? Блин, ну это реально нубский дом получается. Во. Так, естественно, как же здесь без воды? Ну да. О, кстати, посмотрите. А он уже рад. Он уже радуется. Чё я за мелкий старикашка? Ладно. Ну все, в принципе. Давайте уже заканчивать. Всем пока. Вы были на канале Тимич. Сегодня я строил. Сегодня я строил для этого человечка в золотой броне. Естественно. Домик. Да, домик. И да, вот такой вот домик у нас получился. В принципе, хороший. Вот этот человечек даже очень рад. Вот. Скажи что-нибудь это. Скажи свою оценку человечек, к примеру, 10 из сколько? Ну, что-нибудь из 10. То есть оценку скажи до 10.
я, наверное, скажу оценку, ну, к примеру, 9. А что тебе не понравилось здесь? Ну, вот посмотри, вот войди в домик, вот смотри, посмотри, вот кровать как-то, не знаю, не очень стоит, ну, не очень, ну, реально, ну, как-то прям вот просто стоит и стоит. Надо что-нибудь подекорнее или как-то, к примеру, ну, вот примерно сделать вот так, так и так. Ну, вот почему бы и нет. Да, все, почему бы и нет. Ладно, все, давайте. Ладно, человечек, ну ладно, все, давайте. Всем пока, вы были на канале Team 2, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, смотрите мои видео, делитесь моими видео с друзьями и родственниками, ну а я с вами прощаюсь, в этом видео мы строили для этого человечка домик, все, всем пока. Ой, все, давайте, всем пока.